Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером Один Холли Плей, 7-й серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, мы сегодня будем покупать новую машину и тюнинговать ее. У меня в бюджете 180 тысяч, нам нужно найти какую-то машину за... Ну, хотя бы за 120 тысяч, примерно, где-то так. Но нужно дешевле. Я не знаю, честно, какую тачку мы купим. Но что-то надо такое более-менее нормальное. И чтобы это была замененная машина, УАЗик у меня есть уже. Поэтому УАЗик — это не вариант. Ява. Ишь. УАЗик еще один. Что надо в районе 100 тысяч хотя бы. Шкода Рапид сильно дорогая. Вот шаху можно, кстати, купить и затюнить. Вот шаха уже как вариант. Но это еще не точно так. Ишпланета, ВАЗ четверка у нас. Потом восьмерка есть. Я бы купил пятнашку, но видите, она дорогая сильно. Блин, ну у нас походу шаха только остается. Может, конечно, было квадрик затюнить. Но, блин. Тогда давайте, я думаю, шаху уже купим. Где она там у нас? Где-то должна здесь быть. Да, вот, ВАЗ-2106. Даже не знаю, какой цвет я его выбрать. Давайте что-то поклацаем. Такой какой-то надо цвет я выбрать, прикольненький. Желтая может шаха, но хотя больше на такси смахивает. Так, красная, черная, розовая. Так, синяя. Вот такой, кстати, цвет неплохой. Такой темно-зеленый у нас цвет. Давайте ее такое купим, я думаю. Все, я ее купил. Теперь нужно поехать забрать ее с квартиры. Сейчас мы этим и займемся. Кстати, кто не смотрел предыдущую серию, посмотрите, там я тюнинговал вот этот УАЗик. Он у меня теперь на полном тюнинге. Просто на полном. Гидравлика есть, нитро. И полный чип-тюнинг стоит. И сейчас я подобное хочу сделать, но только уже с шестерочкой. Шестерочкой. Сейчас мы подобное попробуем повторить. У нас еще есть 100 тысяч. Думаю, нам 100 тысяч хватит на ее тюнинг. Но я останусь вообще без денег, правда. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому давайте сейчас развернемся. Думаю, не будем по встречке ехать. И поедем к нашей квартирке. Заберем нашу шаху. Так, давайте заберем. Я не знаю, сколько у меня хата оплачена. Так, меню лица, пакет проживания. Я не буду, наверное, оплачивать, потому что и так на 26 дней оплачено. У меня теперь будет кабан, УАЗик и шестерка. Вот этот цвет мне прикольный, что-то понравилось. Такой темно-зелененький. Прям как надо. Но салон, правда, белый, блин. Хотя, белый салон. Не, ну, блин, черный бы лучше смотрелся. И, по-моему, он не красится же, по-моему, да? Так, давайте, может, попробуем номера получить на нашу шаху. Диски я не знаю, наверное, не буду ставить, мне как-то стоковые побольше нравятся, что-то. Такая, цвет у нее, конечно, такой прикольный. Давайте я вам цвет, кстати, скажу, какой у нее. Кар, мне самому интересно, что это за цвет. 239 цвет у нее. Не, ну прикольно. Так, давайте, может, попробуем номера получить. Блин, чуть не разбил машину. Не знаю, у нас получится это или нет. Блин, разбил я тачку все-таки. Ладно, починим, ничего страшного. Так. Ладно. Наверное, гидравлику мы на нее ставить не будем, потому что это будет, ну, сильный колхоз какой-то, как по мне. О, кстати, вон тарелка летающая. Летающая тарелочка здесь есть у нас. Ну. Сейчас мы посмотрим. А, ну, вид от первого лица здесь нормальный. О, тут неплохо, кстати, такой. Ну, да, нам, видите, мешает наша челюсть немножко.
Но если не обращать внимания на челюсть, то вполне себе нормально, да? А, типа, евро висит или что это? Да, это евро. Сзади у нас место нормально. Блин, ну солнечный такой линолеум, знаете, в дырочку, да? Так, там зеленый или нет? Так, давайте выключим туда вид лица. Нет, не зеленый. Сейчас поедем починим нашу тачку и задюнгуем потом. Кстати, насчет НЛО, видите, оно, ну, оно ничего не делает. Вот этот луч, он, да, светит, но тебя не заберет оно. Как бы, ну, бояться нечего. Было прикольно, кстати, если бы забирало, типа, ну, потом выкидывало, когда оно пропадать собиралось, чтобы оно вас выкидывало. Ну, было бы прикольно, типа, РПшки отыгрывать, типа, блин, и так далее. Но так это оно просто прилетает. Я думал, оно будет, как на видео, знаете, падать там в Батырево, на военную базу, будут убегать эти чудики. Сделали бы хотя бы бота, чтобы они выбегали, вот так получше спускались и, там, не знаю, бегали бы. Было бы, блин, вообще чувак красавчик прям. Прям молодец просто. Отвечаю. Кстати, она и так довольно-таки бодренькая машинка. Давайте развернемся, круговое движение у нас, соблюдаем все. Доедем сейчас до СТО. И будет все хорошо. Так, поворачиваем. Оп. Так, и сигналим. Сейчас мы починим в первую очередь. Давайте. 800 рублей починка стоит всего лишь. Странно. Так, азот ставим сразу. И ускоряем ее. Ускоряем. И еще раз ускоряем. Все, у нас остается 50 тысяч. Не знаю, может реально гидравлику поставить. Хотя, блин. Или диски можно поставить. Хотя нет, диски не будем ставить. Короче, все. Вот так, думаю, этого будет достаточно, чтобы все было заебись. Так, давайте теперь посмотрим ее, попробуем разогнать. Хоть как бы, хоть как-то попробуем разогнать. Я думаю, она должна ехать. Ну, примерно 110 должна хотя бы поехать, я думаю. Потому что, ну, по-любому должна. Ага, 110 мы уже разогнались. Ух ты, блин. Так, давайте пробуем максималкой разогнать. 117 она едет, нихера себе. Это нормально, так она бодренько, кстати, едет. 117 км в час максималка у нее. Блин, довольно-таки хорошая максималочка для данного автомобиля. Потому что, блин, ну, реально бодро едет. 117 км в час. Она едет быстрее, чем мой кабан даже, понимаете? Вот в чем прикол. Это круто. Блин, пацаны, реально берите шаху. Она просто валит, капец. Ай, блин, чувак. Блин, тачка застряла. Ну, блин, валит реально хорошо. Мне машина это очень нравится. Надо будет на первом серии купить такую тоже. Реально рулится очень хорошо. Можно делать вот так вот. Ух ты, блин, это было близко. Я просто колесом зацепил, по-моему, знаки или чем. Короче, пацаны, тачка бомба. Я не жалею, что ее купил. Шаха валит вообще, топчик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.